Открывая новый театральный сезон, современный художественный театр представляет зрителям первую премьеру – современную и оригинальную версию трагикомедии «Турандот» о китайской принцессе, которая заставляла всех женихов разгадывать три ее загадки и в случае ошибки отправляла несчастных на казнь. Всегда нам интересно интерпретировать и с современным взглядом посмотреть на эти вещи, которые уже многими веками ставились, игрались и были разные интерпретации, но, наверное, важно, чтобы сегодня она зазвучала. И тем более мы всегда пытаемся сделать все, что это был такой белорусский вариант наш. Режиссером постановки выступил Рамунас Циценас из Литвы, которому всемирно известная история Карла Готци показалась слишком сказочной. И он решил сделать упор в спектакле на общечеловеческие ценности. Так что заядлых театралов ждет неожиданная трактовка классического произведения. Я думаю, что они будут удивлены, как минимум, будут в таком ощущении неожиданного приключения, потому что этот спектакль по-настоящему такой драйв и по ощущениям современный такой взгляд на это произведение. «Турандот» в исполнении современного художественного театра отличают загадочность, символизм, а главное – тонкий юмор, переходящий в иронию. Правда, добиться такого сочетания труппе удалось не сразу. Первую неделю думал, может быть, я не того режиссера пригласил. Я видел его спектакли и думаю, как-то слишком холодный, как-то юмор, он там начинает шутить, и нам всем не смешно, как-то не очень как-то на все это. Но через недели две мы уже друг в друге купались, и любая шутка, она воспринималась и продолжалась, и это было очень смешно и весело, поэтому мы получили удовольствие Пребольшое. Не знаю, будем надеяться, такое же должны получать удовольствие наши зрители. В первую очередь спектакль «Турандот» понравится постоянным зрителям СХТ, любителям поразмышлять и пофантазировать, а также всем тем, кто вне зависимости от возраста чувствует себя молодым, дерзким и современным, как главный герой постановки. Так что, если вы пропустили первую премьеру в конце минувшей недели, добро пожаловать на второй показ. Тот, кто хочет сходить на ироническую комедию с какими-то умными и достаточно загадочными для разгадки, для того, чтобы додумать, допридумать и дофантазировать, ждет в театре такие вещи, то я думаю, что вот этот спектакль – ответ на такие стремления.